В Нижнем Новгороде состоялся костюмированный бал для семей, воспитывающих приемных детей. Подобные мероприятия, как знают на опыте организаторы, помогают родителям и их новым чадам обрести взаимопонимание и совместные радостные эмоции. Подробности в сюжете наших коллег из епархиальной телестудии «Образ». В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда» Советского района города Нижнего Новгорода прошел бал для семей, принявших детей на воспитание. Такой праздник здесь проводится уже в шестой раз. А его главная идея – объединение замещающих семей, возрождение исконных традиций семейного воспитания. Такие вот общественные мероприятия, как балы, как выездные, с участием не только детей, но и семей, очень важны именно в реабилитационной работе с семьями, потому что дети участвуют вместе со своими мамами, замещающими или, может быть, настоящими мамами, и о них появляются совместные воспоминания, у них какие-то вместе они что-то делают, и у них крепнет между собой связь. Готовиться к балу детям и их родителям помогали волонтеры общественные организации «Детский проект» и представители школы исторического танца. Подготовка шла довольно-таки серьезно. Каждый шаг, все в такт, все в ритм. Было непросто даже тем, кто уже был на балу, эти танцы танцевал. Нам достаточно нравится поддерживать такие мероприятия, потому что помимо непосредственно роста самих танцоров, очень важно, чтобы и другие люди тоже видели, как это происходит. И тем более дети имели возможность поучаствовать в таких мероприятиях. В программе праздника был рассказ об истории балов в России, фигурный вальс, танец паде-грас, контрданс «Детская роща» и другие танцы. По традиции на бал в Центр Надежды приглашаются гости. В этом году из города Кстово приехали семьи, которые проходили подготовку в службе сопровождения семьи и ребенка в социальном приюте для детей и подростков «Алый парус». Чтобы приемная семья испытала как можно меньше трудностей и могла решить свои проблемы, ей обязательно нужна поддержка. Я прошла школу приемных родителей. Сейчас мы приехали, вот даже нас пригласил этот же приют «Алый парус», на базе которого сделан это. Знаете, я очень благодарна и очень рада, что я прошла эту школу. Ирина Некрасова на балу не впервые. В прошлом году она была здесь с Денисом, для которого является приемной мамой уже полтора года. А несколько месяцев назад в ее дом пришла Оля. У Оли есть брат Андрей, он воспитанник детского дома. Ирина оформила разрешение на гостевое пребывание ребенка в семье. Как вы готовились к балу? Хорошо. Весело. И помогали, оставляли нитки в иголке. Бал – это интересно. Бал – это танец. Бал – это любовь. Для Ирины, вырастившей дочь, с появлением в семье Дениса, Оли и Андрея начался новый этап жизни. Я могу сказать, что это абсолютно новое счастье, потому что это новый опыт. Это новое, это можно сравнить со вторым образованием. В красивых исторических костюмах каждый из собравшихся ощутил себя по-иному, чем в обычной жизни. Бал стал уроком этикета, доброжелательности и культуры.